Шалом. Бандана, да. Бандана рабочая, домашняя. Доброго вечера. Времени суток тоже доброго. Непланированный заход. Так, под настроение. Так. Лев, как диета? Игорь Колос, привет. Витаю. Вечер в хату. Сколько зараз времени? 21.08. Держись, Лев. Ты за нас двоих держишься. Ай, блин. Я сейчас сорвусь. Не, я так только что покушал этих... Что там кушал? Клубнику? Еще с чем-то. Про стаканы досмотрел, ставим лайк. Привет, мистер Рокки. Спасибо за лайк. Про стаканы. Я уже после стаканов в группе в Телеграме столько видео набросал. В Телеграм зря не переходим. Мы зря... Мне сегодня по телеграмму, да, вот я сейчас буду, да, мне вот эту штучку я покажу. Сейчас я буду. Единственное, что люди, вы уж извиняете, я вот такое взял. 0%. Тут на иврите вы, конечно, не поймете, может, там для нулевых евреев, но это 0%. Очень классно, очень рекомендую. А баллончика вот это, вкус один в один пивко. Вот, ну, о, Ольга Куприяна, вечер добрый. Только успеваю видосы смотреть, то там, то там. Да, так я все время Андрею Титаренко говорю,
Его спрашивают, что вы смотрите? Он говорит, ничего не смотрю, я не успеваю, потому что надо свое что-то делать. Я думаю, так как это не успеваю, там посмотреть там, там. Все, я не успеваю. Так, сейчас я со всеми буду здороваться. Я в Телеграм еще не дошел, зря не дошел. Я предупреждаю, зря. Собрался, но увидел, что стрим, и решил, посмотрю стрим. Бросай стрим, иди в Телеграм. А то потом опять забудешь, замотаешься. Роман Рыбалка, привет. Привет. Пью без алкоголя, первый шаг. Фу-фу, Лев. Ну. Коля, 0%, только зря печень гонять. Тогда лучше чай. Может быть, да, но я не знаю. Я как бы вообще не любитель пива в Израиле. В Украине, ой, это нереальное пиво. Это нереальное пиво, люди. Я вот был в декабре, я пил пиво в Украине. Меня за уши не могли оттянуть. Вот. Ну, настолько шикарное пиво. По-моему, черниговское. Я пил разливное. Мы сидели в Днепре. Магазин «Караван». Большой такой магазин. Вот. Это, получается, 2 или 3 января было. И там приехали со мной на встречу все мои друзья, родственники. И там каток у них есть. Так я проплатил, короче, детей на каток кинули. Вот. А мы там народу куча, это ж праздники. Мы один стол, короче, хапнули. Потом там люди встали, мы 2-й, 3-й. Мы так, короче, нахапали, выстроили себе по центру столы такие, все идут и в шоке, сидит такая толпа, я еще там привез орехи израильские, там все это там на поднос рассыпал, вот, и мы заказали там пиццу, суши, вот, и пиво брали, там, в больших таких стаканах пластиковых, мы взяли, по-моему, один поднос, потом сразу 2-й, потом еще 3-й, я так, да не, пиво я не буду, мне говорят, да попробуй, хорошее пиво, вот, я как попробовал. Ну, реально, такое пиво. В Украине всегда пиво радовало. В Израиле, ну, такое. Ну, вот это вот нормально. Это нормально. Так. Квас оболонь с рыбкою. Можно и так сказать. О, ну, вкус абсолютно не в квасе. Вот я не знаю, вы пробовали вот этот вот нулевой оболонь? Я брал все время оболонь 4,5, по-моему, градуса. Я не беру крепкие пиво, да? Я пил, но оно пригружает все равно. То есть, ну, не нравится мне это дело. Вот. А мне рыба говорит, а что ты мучаешься? Бери оболонь нулевой. Я говорю, что есть такое? Он говорит, да. Я сюда у себя под домом в магазин говорю, есть. Он говорит, есть. Слушайте, реально, ну, пьешь пиво? Ну, реально пиво. Вкусное, классное. Но оно не это самое, не вставляет. А мне не надо, чтобы вставляло. Мне вставляет вон две рюмки коньяка, и мне хорошо. Да, поговори о пиве и других вкусняшках, когда я на диете. Извини, Лев. Извини, дорогой. Отключи громкость. Я еще с тобой хочу поговорить насчет этого. Тик-так, тик-так. Блин. Сегодня уже в музыкальный магазин пошел. Они, короче, по 220 шекелей. Современные. Вот. Да не хочу я брать за такие деньги вот эту штуку. Да, не хочу. О, жена с чипсами, там рыба красная. Нет, чипсы я не буду. Это Лев. Там нельзя вкусняшки. Тишина, Лев, брать. Я за тебя. Мистер Рокки, ну окей, послушаю твой совет, Ронни. Пошел в Телеграм. Я никогда ничего не говорю просто так. Просто потому, чтобы не было, ой, а мы думали, а мы там это самое. И я просто никогда ничего не говорю. Мне все равно. Зашел там кто-то, там лайкнул, перепостил. Мне все равно. Просто у меня в голове иногда такое выдает, а я вот хочу сделать вот так. Ну, это будет вот так. Так вот, и его. Все. Ну, ты вот крой. Открывачку взял? Вот, поэтому я просто так не говорю. Зайдите в Телеграм.
Так, а в Израиле что больше готовят? Шашлыки или стейки на гриле? Да и то. Евреи же любят покушать, люди. Да ну. Слева шашлыки, а справа стейки. Посередине рыбка. Да. Люди, ну. Такие вопросы. Все готовят, все. Евреи покушать, ну, это первое. Но вкусно покушать. Вот особенно на природе, когда хорошие столы, очень много зелени, помидорчики, огурчики, вот это вот все, травочка, ой, прелестно. Но мне в воскресенье обломали, к сожалению. У меня со вчерашнего дня косяк по работе, в воскресенье я работаю. Так, сейчас, секундочку, что больше готовят, все готовят. Роман Рыбалка, говорит Таня, добрый вечер. Добрый вечер. Если увижу, возьму тебе. Кого? Лев, что я натрепался, что ты мне возьмешь? Вот этот бим. А, этот бим. Самый? Ты понимаешь, Лев, мне просто стыдно тебя просить, потому что тебе вот это вот тик-так не нравится, а мне нравится. Я не хочу просто его взять, а ты скажешь, а, я тебе купил, а ты его запускаешь. Ну да, зачем его покупать? Дружине вітання передавай. Тобі вітання від Ігоря Колос. Дякую. Бачите, вона вже їсть, я ще ні. Це твої проблеми. Анатолій Шнуров, привіт, шалом. Там, кстати, смотрите, может быть, вот я уже пару раз замечаю, что в Ютубе мне даже не показывают, что у меня новый какой-то комментарий. Ну, почему-то оно мне не показывает. Я каждый раз открываю все сообщения и смотрю внимательно, потому что не хочу никого обидеть. Вдруг я там что-то не ответил, да? Ну, не обижайтесь. То есть я постоянно все равно пересматриваю, открываю там, где там 2-3 ответа. Я открываю, оп, вижу там новый ответ. А колокольчик у меня не загорался, и мне не бибикало, что новый ответ. Поэтому вы меня извиняйте, если что. Все заразы. Пойду себе шашлык подогрею. Лев, не они. Да он гонит, конечно, он ты ж наша совесть. Я по дороге от тебя заехал, купил себе 4 кило. На перекусы. Ничего себе ты перекусываешь 4 кило. Говорит, ты на диете, ты да? Много перекусываешь, Лев. Честно говоря, я не знаю, что ты там, вот эта диета, я тебя видел. Какая тебе диета? Я вот это не так и не понял. Может, коньячная у тебя диета? Это другой вопрос. Да. Вот. Ну, тебе диета. Мне, да, мне надо диета. Я спортом сейчас не занимаюсь. Вес вверх идет. Задержка в 10 секунд. Может быть. Да, кстати, завтра мне приходят ставить скоростной интернет. Слава Богу. Вот, с 5 до 7 приходят мастера, другая компания, ставят до 500. Ну, как они обещают, будет не меньше 300. 200. Ну, пусть 200 там. Ну, посмотрим, опять же, у сына очень серьезный компьютер, а у меня такой на подходе. То есть мы посмотрим, если сына компьютер будет как бы, ну, очень круто вытягивать, значит, я буду компьютер менять. Вот. Если у меня будет нормально, вот этот вот... программу эту тянуть для стрима. Забыл, как она называется. ОБС. Да. И если потянет, значит, все хорошо. Так, кресло у вас шикарное. Сколько смотрю стрим ваши, любую с креслом. Да, самое смешное, я это кресло купил за 200 шекелей. Это я купил вот в этом подвале, что вы фильм видели. А у него там бывает завозят, это новое, абсолютно новое. У него бывает завозят с магазинов какой-то залежавшийся товар, ему просто сбрасывают.
Вот. И я попал, когда завезли вот таких два кресла и диван. Но мне как бы не надо столько много. Я у него кресло за 200 шекелей вымутил. В этот же день забрал и привез домой и поставил колесики. У меня все кресла всегда на колесиках, потому что я работаю на компьютере, тут же раз за столом что-то. У тебя пиво, на компьютере, да. Пиво. Пиво безалкогольное, я вам показывал, то есть, ну, алкоголь. Мебель у него очень дешевая. В Израиле дико дорогая мебель. Сумасшедшие цены. То есть я в мебельный салон даже не хожу. То есть вы заходите, там какая-нибудь там кровать задрипанная 10 тысяч шекелей. Это такое, что на нее вообще невозможно смотреть. Вот. Ну, катастрофические цены. Я, может быть, когда-нибудь зайду, ну, если мне дадут поснимать, конечно. Вот, чтобы увидели. Это катастрофа. Это просто катастрофа. Это вообще никак. Так. Я по чуть-чуть подогреваю, как птичка. Плачу, уклюю помаленьку. Лев, что-то я тебе... Я по чуть-чуть подогреваю, как птичка. Он кушает по чуть-чуть, как птичка. Плачу, уклюю помаленьку. Лев, у меня и так... Клюют помаленьку. С чтением и с русским плохо. И иврит я не выучил. Иврит не выучил, русский забыл. Рыбочка у меня сегодня Соломон, филе Соломона. Так, больше видосов о городе, по городу. Слушай, да, я понимаю. Так я ж с работы не вылажу. Вот, я реально, уже как бы планы намечены, да, вот это вот отснять, вот это, хотя бы вокруг, да, потому что очень много вокруг интересно, очень. Один старый город чего стоит, ко мне все, кто приезжают, мы всех ведем в старый город, берем полную экскурсию в подземелье, там, город крестоносцев. Вот, я сколько хожу, вот сколько к нам приезжают, столько я иду туда. И каждый раз хожу с открытым ртом. А они же там раскапывают все больше, больше и больше. Расширяют. Одна комната добавилась, еще одна комната добавилась. Вот. Это все под землей. Река там под землей. Ну, просто чудо. Просто. Мы берем полную экскурсию. Там фильм в бане показывают. Ну, наверное, не так сказал. Фильм в бане. Да. Блин. Там древняя турецкая баня, она сохранилась. И вы так заходите в нее. У меня, кстати, эти ролики стоят на моем втором канале, Векслерони, Fishing in Israel. Я думаю, что там где-то должно быть, у меня там больше 600 роликов. Там все, там и Израиль, и Украина, и рыбалка в Израиле, и все-все-все. Там и отдых мой в Украине. И вы заходите в баню. И там всякие манекены стоят, лежат, там обувь специальная банная. Вы заходите, и там начинают там потом показывать фильм, как эта баня была создана там много столетий назад, а кто был хозяин. И она такая на юморе. Причем, что классно, они здесь как делают. Ну, вы когда берете вот эту вот экскурсию, платите денег, а вам дают такой типа пейджера и наушники. Вы одели, как бы включили на своем языке, подходите, у вас там на стене там цифра 1. Вы нажали 1, вам там говорит, эту стену обгадил такой-то, такой-то. Вот, подходите, цифра 2, там, это такой-то памятник, там, тогда-то построен, все такое. Очень-очень-очень круто, очень. Ну, потом, естественно, в старом городе там выйти покушать, портовый город на берегу Средиземного моря, видосы эти все, базар арабский. Ну, не описать. Это все не описать. Это надо все ощутить. Это просто потрясающе. Так, я много не прочитал. Так, я про шашлык. Мне жена больше, чем чуть-чуть, не разрешает.
Так а сколько тебе там надо, Лев? Ну, чуть-чуть и все. Чуть-чуть свое, да? Да. В Израиле дико дешевая мебель. У меня друг всю квартиру обставил новой и очень дорогой мебелью. Отслеживает сайты Орога. Там люди бесплатно отдают. Да, ну это да, бесплатно да. Я имею в виду, в магазин зайди, купи мебель. Да ну ты шо, особенно вот эти вот DAX, да, они там, ой, у нас там скидка, у них всегда скидка. Мы 20 лет в Израиле, у них 20 лет скидка. Только каждый год эта скидка, цена все выше и выше. Не, ну там такие салоны, они непрактичные. Мы полностью новую мебель на квартиру, потому что решили, что посмотрели и не нравится. Но у меня тоже старая мебель, но она мне... Ну, как старая мебель? Вот, да, вот сзади новый диван, да. Этот стол, который стоит, это я сам сделал с досок. Мне именно нужен был длинный стол, и у меня он... Они не увидят ничего. Внутри с полками видно. И у меня там всякий инструмент, все такое. Это я сам с дерева собрал. Так, как мне надо. Он очень длинный, нестандартный. И он тоже на колесах. У меня все на колесах. Тут еще один диван стоит на колесах. Аудиогид называется. Да, Ольга. Я не знаю, как это называется. Я знаю, что это такая штука. Так. Народ, я извиняюсь. Что тут пишу? Мне кто-то писал в Телеграме за щенков. У меня у самого только щенок. Она у меня маленькая, еще 10 месяцев только. И до 2 лет не буду вязать ее. До 2... года. Да, да, нет, я подожди, до 2... Не поздновато до 2? Я всю жизнь держал собак там в Украине. Поздновато 2. Раньше надо. В 2 уже может здоровье наклониться. Надо родить быстренько. И после тогда будет уже... после родов уже очень хорошо здоровье у сук. Нет, много раз видел и звонил из интереса. Отдавали новое, очень дорогое. Следи за этим сайтом. Ой, никогда мне за ним следить. Нет. Ротвейлер, так. Может быть, я не держал ротвейлеров. Я знаю по догам, очень болезненно. У меня был орликин до гинья. Ой, да, так, такая болезненная. Это что? Она красавица, умница, здоровая, дура такая. Вот. Ну, немецкий, естественно, колли, но в основном спец по боксерам. Боксеры – это самая потрясающая собака. Такая дураха по хате бегает, по двору носится. Сколько не даешь, он жрет. Пока не упадет в обморок. У них нет этого, ну, ощущения насыщения. Нет, если до 1.5, то потом она высыхает. Костная болезнь у них потом. Ой, давно это было, слушай, я не помню, но, по-моему, мне что-то кажется, что всегда говорили, что надо вот год и два, год и три и вперед. Всем привет, всем крепкого здоровья и добра. Тима, привет, шалом, и тебе здоровечка, добра. Влад, вечер добрый. Кто не был, говорю, это так, спонтанно чуть-чуть зайти, чтобы все посмотрели, что я ем красную рыбу. С безалкогольным пивом. Пиво безалкогольное. Ты вообще ешь? Слушай, я не успеваю, я читаю. Ты уже всю рыбу съел? Да. Ну, возьми еще. В чем проблема? Красной рыбы в доме хватает. Я старею. Я смотрю, Андрюха там рыбу дербанил, там все. Я еще где-то год-полтора назад там рыбу тоже дербанил. Но уже как-то не то было. А сейчас филешечку красной рыбки взял вилочкой. И так мне хорошо, уютно. Ручки чистые. Не надо там газетки эти все. Ну, оно, конечно, дербанить тараньку прикольно, но уже что-то не очень.
Спасибо за приятного аппетита, Дима. Тем, кто не знает, объясню. В Израиле есть сайт не для продажи, а если вам нужно, что-то у людей бесплатно на нем отдают. Да, не только сайт. И по городам есть склады. Вот. Для новых иммигрантов есть и пищевые склады есть. То есть можно пойти и получать там... Очень хорошие пайки дают. Потрясающие. То есть у меня люди как бы, ну, ходили, брали. Причем не из-за того, что ты там какой-то бедный или что-то, да? Вот. Ну, почему бы не взять? Вот. И там нормально. Там крупы дают, сахар там. Что-то могут дать... 20 шекелей. 20 шекелей, да. А в сумме получилось где-то 56. Да. То есть, и овощи берешь сколько хочешь. То есть 20 шекелей заплатил, на полденник тебе дали, овощей нагребаешь сколько хочешь. Вот. Шикарно, шикарно. То есть, ну, замечательно. Хотел спросить про рыбалку. Почему в европейских и штатовских роликах у многих, когда вываживают крупную спину, держат катушкой и кольца вверх? Зачем? Нагрузка вся же идет на удилище. Не, смотри, есть разные удилища. Особенно вот, скорее всего, что ты видел рыбалку с лодки. Это при троллинге и при джиге. Джиг – это вертикальное облеснение, а троллинг – это когда по ходу тянут. И да, есть удилища, обрати внимание на кольца. Есть удилища, у которых колечечки маленькие, и они близко к бланку. То это удилище вообще под роллер шухев. На иврите шухев, на русском... Я говорю тихо. Мыльница ее еще называют. Но мыльница это на ультралайте, она такая, а это инерционная. Инерционные катушки, они очень силовые. И поэтому вот эти вот кольца, они предназначены, у вас же у инерционной катушки леска не вот так вот бегает, как на безинерционной, а она ровно идет. И она идет по надбланкам, и колечечки маленькие. И поэтому держит вверх, вот эта вот дуга идет, колечки сверху и катушка сверху. Ну, есть, конечно, умельцы, которые там берут безинерционку. То есть я видел такое. Вроде там профессиональный фильм, все, у него палка под катушку инерционную, а стоит безинерционка, там Shimano Stella, к примеру, да. Ну, вот такое вот, если устраивает ответ. Так. А можно набрать целый вагон и отправить за границу? Не, мебели. Нет. Наша пересылка все сожрет, весь навар. Можно приехать, сделать себе плот с мебели и до Одессы. На плоту. Нет. У нас, почему у нас все очень дорого? Все очень дорого. У нас же все паром. Все на кораблях. Поэтому страшные цены. Особенно новые машины, там все это. Ну, это нереальные цены. Спасибо. Не за что. По рыбалке не вопрос. Любой вид рыбалки я все объясню. Джиг, троллинг, блеснение, карп, флай фишинг, все что угодно. Добрый вечер. Хорошего вам стрима и привіт з файного міста Тернополя. Файному місту Тернополь привіт. Вы меня извините, вот я вроде как с Украины, да, но у меня что-то так с географией не очень. Западная. Тернополь западная, это я понимаю. А вот я знаю Тернополь, Тернопольская область, как бы, ну, на слуху, да? А вот так вот, чтобы меня по координатам немножко, да? Это где-то Львов или это где-то... Куда это?
на карту посмотреть, так, так будет, наверное, проще. Я немножко не это самое. Не соображаю. Зашел в Телеграм с ПК и скачал видосы. Кто не знает, они идут в загрузки и сохраняются в папке Telegram Desktop. С кем ты сейчас разговаривал? Надо оформить как гуманитарная помощь в ДД. Я сейчас за гуманитарку расскажу, у меня был случай. Роня, слышал, что у вас дорогие продукты. Нет. То есть по нашей зарплате шикарно. Потому что по вашей зарплате мы у вас там с ума сходим. Ну, мы там себе все позволяем, это понятно. Но у нас, грубо говоря, вот я все время переводил в доллары. Жена говорит, что ты переводишь в доллары, что ты делаешь? Вот здесь оно стоит 20 гривен, да? А у нас оно стоит 20 шекелей. То есть 20-20. Но при 20 гривен зарплата, да, ну, пенсия, да, и у нас при 20 шекелях зарплата и пенсия. То есть вот так вот смотри. Вот. И есть вещи, которые намного дороже, чем у нас получаются по продуктам. Я у вас очень любил в Днепре, я одевался в Адидасе постоянно, вот, потому что было дешево. Извините, там бежит текст, я потом вернусь, я почитаю. Вот. А сейчас вот в декабре психанул, взял билеты полететь втихаря, там все это. И сын говорит, папа, как же ты полетишь, у тебя ничего такого нету, там же ноль. Поехали, я тебя один. Вот. У меня сын очень добрый, классный. А у него там скидки все армейские, там, ну, в общем, вообще бесплатно. Просто бесплатно. И мы поехали в Adidas, и он мне купил адидасовский теплый костюм и зимние адидасовские кроссовки. Вот. И мы прилетаем в Днепр, я жене говорю, давай же в Adidas зайдем, там носочки возьму, футболок посмотрю, маек, такое. И вот, заходим, я не могу понять. Цены какие-то, ну, непонятные. То есть я там скуплялся буквально год назад, тут вдруг такие цены. Вот. Я вижу, тут же стена с кроссовками. Я говорю, ну пошли глянем кроссовки. Мы подходим, смотрим кроссовки. Они, ну я не говорю там наши скидки, да, вот без скидок. Они в Днепре получились что-то в районе 50-60 долларов дороже. Нет, соврал, извиняюсь. Получилось где-то 40 долларов дороже, чем у нас в Израиле. Так у меня в Израиле 50% скидка, и еще и сын платит по своей там армейской карточке, там денег вообще не надо. Вот, то есть, ну, какой-то бред. За гуманитарку я сейчас расскажу, у меня было классно в Украине, ух. Так, продукты дешевые, я всегда, когда там всем говорю, что приезжайте в гости, с вас только билет. Все, билеты взяли и прилетели. Поездки, продукты. Вообще даже за это не заморачивайтесь, я еще и сувениров надаю в дорогу. Вот, то есть, ну, мы деньги на продукты здесь никто не считает. Так, между Львовской и Хмельницкой областями. Окей. О, теперь я понял примерно. Тернополь. Так. А сами как рыбу готовите, которую ловите, коптите, жарите или другое. Значит, копчение никому не рекомендую, это все очень вредно. Рыбу жарим в основном, это карп. Но я сейчас вообще на рыбалку не попадаю, так мне ребята завозят свежего карпа. Вот. У меня очень хорошие ребята, потрясающие друзья, приятели такие, ух. Они мне постоянно привозят свежего карпа, свежего усача. Усач – это типа головля. Он очень жирный, с него делают тараньку, селедку. Вот жена у меня делает с него селедочку, малосольную так засолила. В холодильничек через 3 дня малосольная селедочка, потрясающая. Коптить нет. Нет. Так. Можно сказать им центр Західної України.
Окей. Очень дорогие сыры и черная икра. Помогите, кто может. Да. Во-первых, вы его не слушаете. Ему нельзя черную икру, она не кошерная. Я его жизни научил. Нам можно только красную икру. Сыры дорогие. Ну да, есть сыры дорогие. Но я, Лев, я ем... Извините меня. По сравнению с Украиной у нас дешевые сыры. Да, если с Украиной сравнивать, да. Но вообще это ужас. Мы берем, Лев, мы берем... Я люблю Эмек. Самый простой, самый такой вкусный для меня сыр. А я люблю... Как он называется? Эмменталь. Таня... Да, Таня другое кушает. Вот. Так, что-то у меня там бибикает, я сейчас посмотрю, секундочку. Вот. А так сыры, как бы, выбор колоссальный, очень много сыров, они все вкусные. И любой сыр можно себе позволить, не так, как в Украине. Вот. Там 200 так. Грамм сыра 50 гривен. У нас килограмм. Я слышал, Солом, что за стрим, сегодня же не суббота. Руслан, шалом, спонтанно, просто соскучился. Вот. Решили просто с женой попить. Ну, мы пьем пиво безалкогольное, могу показать, на бутылке ноль. Вот. Я говорю, чем мы это самое там... Сами. Да. Люди, может быть, там тоже хотят что-то попить. Вот. Так мы... Суббота – это расписание, это я провожу все как положено, красиво, там что-то. А это так я могу выскочить на пару слов. Так. А сельдь вроде не кошерная. Почему не кошерная? Не кошерная. Это не кошерная, то, что без чешуи. Сом не кошерный. А сама в Израиле как грязи. Просто как грязи. Вытягиваешь ногами назад, отпинал, забрасываешь опять поклевка. Вытягиваешь опять сом. Опять его ногами отпинал. В Лондоне кроссовки и сыры в 4 раза дешевле, чем в Израиле. Да. Да, Лев, ты меня говорил за кроссовки, ты меня вообще убил. Я любитель кроссовок. Вибачайте, йду грузити міндобриво. Хорошого стрима. Не понял, чего грузите, но ты там всех, короче, нагрузи, чтобы у тебя все было нормально. Нормальная сыры в Израиле 12-24 шекеля за 100 грамм. $1, 3-4. Так, слушайте, я так хочу рыбки. Я еще не рассказал за гуманитарку. Короче. Давно это было? Просят меня с Украины в детский дом гуманитарку. Не вопрос. Что надо? Обувь. Самая больная тема. Окей. Набираю здесь обуви. 2 баула. А мне тогда было 2 паспорта. После этой поездки я украинский паспорт порвал, сжег и выкинул. Когда 2 паспорта, то есть украинский и израильский, что происходит? Я здесь вылетаю, даю израильский, влетаю в Украину, даю украинский. То есть я подчиняюсь законодательству Украины, грубо говоря. Нафига оно мне надо? Да потом я уже понял. И когда вылетаю с Украины, даю украинский, влетаю, даю израильский. Влетаю в Украину, идут эти 2 баула с обувью, а меня встречают с детского дома женщины. То есть я прямо в аэропорту эти баулы отдаю. Оно мне... Не впало. Вот, это таможенник. О, что тут, туда-сюда. Обувь не новая. Не в коробках, не с бирками. Обувь бэушная. Но идеальная. Фирменная, импортная, все как положено. Вот, это, короче, там торгаш туда-сюда. Я говорю, слышишь, ты что, потерялся? Какой торгаш? Чем? Обувью. Я? Ну, автоматы, ладно. Обувь детская. Я говорю, вот у меня бумага с детского дома. Вон, говорю, встречают меня 2 женщины.
Да нет, а давай как-то договариваться, то ты что-то ж там имеешь. Я говорю, слышишь? Говорю, а он паспорт у себя держит. Я ему говорю, слышишь, мерзавец? Я говорю, твоим детям, обосранным, тащу два баула за свой счет, и ты с меня еще хочешь денег? Он, о, ты как со мной разговариваешь, я тебе вообще паспорт не отдам. Я говорю, знаешь что, засунь себе этот паспорт в жопу, оставь себе эти два баула, достаю израильский паспорт, показываю. У меня израильский паспорт есть, пошел ты, ставлю паспорт и иду. А он мне там что-то орет, я ему там еще показал, кто он по жизни. Вот. И тут бежит начальник, стойте, стойте, что у вас там произошло, все такое. Я начальнику эту картину рассказываю, начальник смотрит на него, говорит, верни паспорт, проходить. Все. То есть уродец, малолетка галимая, давай как-то договариваться. Просто капец. Таможенники, ну просто гниды. И два года назад на меня даже в Днепре полицию вызывали. Я на весь зал орал, я взяток не даю. Они, вы что так кричите? Тихо, тихо, не кричите. Я говорю, так вы же меня денег хотите. Я взяток не даю. Они закрыли проход людей. Я так, ну, слышу сзади какие-то шаги. Я так поворачиваюсь, а там мусора. Вот такие. Я говорю, да не смешите. Сейчас же возьму одного, запихаю в жопу другого. И так всех. Ну, они так раз назад слегонца отошли, так и стоят в стороне. Я говорю, вы что, смеетесь? Что, говорю, за приколы? Вы, вам что-то не нравится? Говорю, изымайте протокол изъятия. Изымайте. Вообще без проблем. Но денег я не дам. Жесть. Так что... А сейчас было нормально. Ну, никак, они сейчас тоже в декабре... Ну, денег хотели, ну так, скромно. Они меня тормознули. А у меня... две бутылки 1,5-литровой постного масла. Они такие, опа, а что это у тебя такое? Это первый раз меня тормозят, там дальше еще тормозят. Первый раз. Я говорю, постное масло. Они говорят, это магазинное или частное? Я говорю, конечно, частное, но кто же магазинное будет вести? Они говорят, а вы знаете, что нельзя? Вы уверены, что это частное? Такие. Я говорю, слушайте, я вам врать не буду. Это частное масло, магазина нет смысла вести. Это масло от бабушки, там, села, все дела. Что-то не устраивается. Ну, я вам его отдам, и все. Они такие, а вас никто не провожает? Я говорю, да не, меня провожать не надо, я сам себя провожаю. Они такие, ну, ладно, но вы как бы запомните на будущее, что нельзя вывозить масло. Я говорю, ну, хорошо, спасибо. Ну, дальше подходим, вот там такие, вы не поняли, а что это у вас... Говорит, в каждом чемодане на дне, говорит, мелочи, какой-то килограмм побегать. А мы украинские деньги в чемоданы просто ссыпали. Реально я там вывез, ну, караул. Вот. Я говорю, это гривны, говорю, я себе там стол хочу. Ну, я уже это рассказывал. Так, что я не дочитал? Я со своим Лондоном. Блин, хочется в Лондон. Так, нормальный сыр. Лев скинул анекдот в Телеграм. Сюда не вмещается. Окей. Так вы дебошир? Я не. Ты что? Я дебошир. Я самый спокойный человек в мире. Если меня не трогают. Я очень простой, очень-очень-очень. У меня, дело в том, что меня, ну, реально вот воспитывали достойные люди, которые очень-очень простые, очень простые, ну, серьезные. Вот, и хорошо воспитали. Один из последних учителей, у которого я учился в жизни, Володя Харьковский. Он сейчас здесь, я сегодня с ним разговаривал. Потрясающая личность. Несмотря на те финансы, там, положение и все. Настолько простой человек остался.
настолько спокойный, жизнерадостный, любящий семью, друзей, всегда на помощь придет. То есть, ну, вот мне повезло в жизни, меня люди очень хорошие окружают. Поэтому я спокойный, мне не надо напрягаться. То есть даже люди, которые меня окружают, они если видят, что там что-то где-то чуть-чуть напрягусь, они просто сами проблему закрывают. Вот. Я расслабленная, а проблема закопана. Поэтому нет, не дебошир. Очень спокойно. Очень люблю общение, такое посидеть, пообщаться. Хорошая тема. Очень люблю, когда меня чему-то учат. Вот мне сегодня большое спасибо. Я не запоминаю только вот имена и все такое. Я сегодня показывал в этой программе с крылышками, как она? Телеграм. Мне притарабанили знакомый, увидел видеоролик со стаканами. У него магазин там недалеко. Закрыл магазин на 5 минут, прибежал ко мне, притарабанил 2 бокала. Говорит, на, то выкину. Вот. Я говорю, спасибо, прикольный это самое, бокальчик. У меня таких нету в серванте. Вот. Там какая-то надпись. Я же это все отснял видео, выставил. Человек пишет, хорошие бокалы, еще и хрусталь. Я как бы слышу, что звенит. Думаю, ну вроде не может так стекло звенеть. Ну фиг его знает. Я не, в современном не разбираюсь. Но это кажется современно. Я их прямо тут перед собой поставил. Смотрите, какие бокальчики. Такое... И тоненькое-тоненькое стекло, он легенький. И коньяк хорошо нагреется. Вот, то есть под коньячок, я их помою. Я думаю, будет слышно. Прикол, да? Еще долго-долго гудит. Я не знаю. Хрусталь, стекло. Вот. Но человек написал хрусталь. Может и хрусталь. Я не знаю. Но очень прикольно. Поэтому я люблю, когда мне что-то учат, что-то помогают. Это супер. Да он пацифист. Один раз в глаз даст. Сразу о мире думать будешь. Это про тебя? Да. Ты знаешь, Лев, пацифист, да. Я строгий пацифист. То есть я за то, что у каждого государства свои границы. Не надо никого, ничего там объединять, перекручивать и перемучивать. Я вот это не люблю. В глаз нет. Ну, во-первых, нет смысла бить в глаз. Потому что, ну, можно, есть определенная точка, там, где глаза находятся, да, есть определенная точка, в нее надо ударить намного легче, но глаза оба заплывут недельки на две. Вот, поэтому просто в глаз бить нету никакого смысла. Вот. Я люблю так за ушко взятых, ты что? А? Что такое? Ну, то они этого не так поняли. Потом бежит вся его семья. Ой, простите, он такой дурачок у нас. Ой-ой-ой. Так. А у меня украинская таможня хотела изъять книгу Карла Маркса «Капитал». Типа экстремистскую литературу провожу. Я могу в это поверить. Я могу в это поверить. Реально. А у меня что-то у Рэба было. Года 3 назад он летал в Российскую Федерацию. И что-то у него там тоже было. Вот. Но они вовремя опомнились. Таких людей не трогать нельзя. Там поднимается сразу. Добрый вечер. Эль Вишня, добрый вечер, шалом. Коля, крутой звон. Да, так это, ну, через камеру он не так передается. А так слушаешь, и звук ходит, к уху подставляешь, оно еще долго гудит там внутри.
Вот, надо будет еще с водой попробовать. Дзинь и поводить мокрым пальцем. Очень-очень классный звук получается. Точка между глаз, головой называется. Это лёд, да? Да. У Льва на диете очень редкий дар юмора. Очень. Он когда кушает, ему не до смеха. А так он с голоду. Видите, певцы, одна бутылочка пива на двоих, причем безалкогольно. То есть я могу и пару ведер в себя пива влить. Так, с охотки, да? Но не в кайф. Так, попить немножко. Мне уже пиво не ближе. Мы же допили бутылочку. А? Бутылочку допили? Да. Ну и хватит. Что еще хотел сказать? Все же подписываемся на эту программку с крылышками. Телефакс, телеграм. Хорошо, хоть не прикладывайся. Не, я ее когда-нибудь выучу. А ты эту рекламу насмотрелся? У нас, да, холода. У нас? Да. 20 градусов тепла. Ну, днем. А не, сейчас уже, да, сейчас, ну, вечером 20. Да я ехал, 21 был. Простывшие. Для нас это очень холодно. Нам надо так, чтобы... 18 градусов. Вот сейчас 18, это холодно. Вот нормально, когда где-то вот 35-40. Вот это вот хорошая температура. И не жарко, и не холодно. На Украине я от жары подыхаю. Это что-то. На острове мы сидим нормально. То есть там ветерочек, водичка. Классно, очень классно. Ветерочек. А в город выйти невозможно. Такая влага. Я 3 ведра выпью. Но кто мне их купит? Дороговато будет. Лев, вот насколько я знаю, что ты 3 ведра не выпьешь, я готов это шоу проплатить. Ну, ты не согласишься. Да, даже 5-литровые 3 ведра. Не осилишь. Уже маленькие ты. Я еще не скачал Телеграм. Как-то русский... Не, я еще не скачал Телеграм, как-то руки не доходят. Вот и зря. Я себе сам, сын мне вручит премию. Я себе сам поставил Телеграм на оба компьютера, на рабочий компьютер и здесь на компьютер. Но когда узнает, он в обморок упадет. Сам поставил, сам настроил. Телеграм, всех предупреждаю, у кого-нибудь Телеграм, я не виноват. Так, ничего не прочитал. Что ты с вами еще раз? Крутой звон. В кадык. Не, кадык два глаза нет. Кадык можно, но... В кадык можно перестараться. Может возникнуть проблема. Надо все-таки так делать, чтобы не было долговременной проблемы со здоровьем. Когда ты один и там 5-6 человек, да, там некогда соображать, чтобы никому здоровье не испортить. Да?
Но когда один, а там, ну, пару человек, ну, надо все-таки думать, что у людей должно остаться здоровье, потому что есть мама, папа, там, жены, дети. То есть надо аккуратно это все дело делать. Холода, три ведра, не скачал. Шалом. Хейтер спит, что ли? Дизлайков ноль. Привет. Я не знаю, хейтер спит, не спит. Люди, я такой параллельный к этим вещам. Дизлайкает, ну, пусть дизлайкает. Шалом, ваш подписчик с Киева. Толик, шалом, очень приятно. Еще раз повторю, все на вот эту программу с крылышками подписывайтесь. Ссылка в описании под стримом и под роликами последними. У меня пол гаража дома с книгами Маркса, Энгельса, коммунистической литературы очень много есть. Шинели милиции, СССР, форма и так далее. Если современный патриот Украины увидит, подумает, продвигаю СССР. Значит, послушай, современный патриот Украины ничего не подумает. Подумают недоумки. А вот чтобы понимать разницу, я предлагаю собраться и съездить в АТО. И посмотреть, кто там и что они говорят. У меня очень много друзей в АТО. Не знаю, что я занимаюсь по СССР. Да, можно предположить, что какая-то часть просто боится мне что-то сказать. Потому что, ну нельзя мне ничего такого говорить. Но СССР было. Мы там жили. Не дай бог никому. Хотя многие говорят, ой, там на рубль столько можно было, чушь это все, это полный бред. Я занимался спортом, я получал на сборах 5 рублей. И я их просто не мог потратить, их некуда было потратить. На что их потратить? Я когда Горбачев, которого хаят, он открыл границы, и открылись комиссионки, и пошло добро нормальное, да? Нормальные люди не могли нарадоваться, потому что можно было купить видик, кассетник, обувь, одеться. А до этого в магазин заходишь, у тебя коричневые костюмы и рыжие ботинки на шнурках, на каблуке галиму. Но это был СССР. Там были свои приколы. Это история. Мы это прошли, скушали, нравится кому-то или не нравится. Поэтому я патриот Украины, это моя земля, она меня вырастила и выкормила. Но за то, что у человека там дома хранится что-то СССР, даже склад какой-то, за это его вести на расстрел – чушь. Полнейшая чушь. Так что я даже завидую. Столько, ну, книги я вот не знаю. Форма – прикол, класс. Форма мусорская, ух, СССР. Я ее даже уже и не помню, форму СССР мусорскую. Синяя, ну. Синяя. Ты меня спрашиваешь, синяя была. Я там помню. Я в основном впереди, а не сзади догоняю. Поэтому я плохо помню. Ну, это круто, мистер Роги, это круто. Взял бы, сделал бы фоток там, поставил бы вот в группу с крылышками нашу эту. Вот. Очень прикольно. Книги я вот не знаю. Я думаю, что там тоже есть какие-то редкие книги очень серьезные по коммунизму. Кстати, коммунизм, ну, очень нехило продается на eBay. Я там смотрел как-то, там значки, потом всякие бюстики, грамоты. А у меня тут есть, кстати, между марокканскими паспортами. У меня тут что-то лежит. А, это у меня просто вот такая вот 60 лет. Это фигня. Да. Ну, это тоже. Я когда-то выставлял, не знаю, кто-то видел где-то, я выставлял с 60-летием, да? Мардеру Борису
Фатилевичу. Не верите? Прикол? На барахолке здесь хапнул. В Кирьят-Яме. Еще у меня есть, ну, вот такого вот плана, несколько вещей, но не на складе лежат. Борису Фатилевичу. Вот. Так что с СССР все нормально. А где написано, что это Телеграм? С крымышками, Телеграм. Телеграм, да. Да, Телеграм просто. Окей. Пока просто. Там сын должен сделать его что-то в виде форума. Я ему сказал, что надо сделать там какие-то подгруппы, чтобы не было все. Ух. Да, про хейтера очень интересно. Почему не поставил дизлайк со мной? Или я кому-то понравился? Ахаха, проказника. Лев. Рони, про Годзюрю не слышал? Что? Годзюрю. Нет, Годзюрю, нет. Не слышал. Я был вот 18 месяцев. Почет и уважение. У меня много-много пацанов в АТО. И мой друг, с которым мы росли, Капеллан Бату. Шалом, господа. Шалом, антикварная семейка. Посылку выслал. Всем-всем-всем посылки все поотсылал. Мне надо будет еще... У меня эти листики, там эти коды. Вот. Мне надо будет... Я не могу выделить время. Надо выделить время. Очень большая проблема у меня еще была вот эта вот беготня. Ну, во-первых, тут пишется Иванов Иван. Приходит сообщение. Петя Петров. Я Иванов Иван. А посылку вышли на Сергей Сергеев. Блин, так я... Вот это вот все, у меня тетради лежат. Такой-то, такой-то, ник такой-то, в Вайбере сообщение, давай искать, да? Вот, и вот это вот, и по трем же программам, Skype, Viber, WhatsApp. То есть, ну, жена вчера наблюдала, это была катастрофа, я уже на себе волосы рвал. Ну, жесть, с 7:30 до 12 ночи. Ой, так. Полностью согласен, на Горбачева молиться надо, он молодец. Если бы не он, фиг бы мы из конца лагеря свалили. Вот. Ну, я как бы не за самого Горбачева, да, я не знаю, там хорошо он сделал, плохо он сделал. Я в это не лезу, меня это не интересует. Меня интересует то, что он сделал. Во-первых, я из закрытого города. Днепр был закрыт. У нас этот завод военный. Было закрыто вообще все. И когда открыли, ну, я реально вздохнул. Не только я, так город вздохнул. Вот. Это была потрясающая вещь, просто потрясающая. Я имею в виду тех патриотов, которые под Радой лазят. Да. Были там такие. Я когда в Киеве был, были там эти патриоты. Патриоты, история не знают. Да, у меня есть фуражки. Белый летний вариант, как у милиции в фильме «Бриллиантовая рука». Ага, я понял. Я думаю, что это очень хорошо на eBay продается, кстати. Я так думаю. Вот. Я как бы, ну, мне это немножко... У меня есть немножко, но мне это немножко... Погоны там, вот это вот все. Кто-то... Скину в группу фото. А, как-то, ой, извините, плохо читаю. Окей, спасибо, гляну. Очень интересно посмотреть, честно. Я вижу у Андрея в фильмах, они там по барахолке в Киеве ходят, там то одну шапку покажут, то другую. Вот. А тут если что-то там серьезное, да.
Лев, как вам вчерашний теща экстрасенс? А, это у Андрея. Я сегодня где-то одну треть просмотрел. Но я досмотрю. Да, норм. Разбивала чуть контент. Так, Лев там отжигал про драгоценные камни. Лев вообще жжет. Ему все равно, ему только дай рота открыть, все, Лев зажигает. Так, нам не надо посылку. У нас 20 центов у вас на счету. Да? А я что-то вчера... Я помню, что мы, ну, видели твой ник. А может, мы просто переписали, мы переписывали все, у кого центы, мы переписывали. У меня просто осталось в памяти. Все упаковали, отправили. Слава Богу. Они там, конечно, в шоке на почте. Туда принес 7, и сейчас 6, еще 2 продажи с eBay. Продажи с eBay 2 коробки большие. Катушка Дельфин 10. На... Она ушла? На Испанию. На Испанию ушла. Да, там такой Дон Педро какой-то, ну, вообще такое, ну, офигенное имя. А вторая посылка — ложечки мельхиоровые в коробочке с золочением таким. Ну, это не совсем золочение, но они такие хорошенькие, они новенькие. Вот, на Америку ушли. Да, можно говорить, что у вас счет в израильском банке. Единственная проблема, люди, я же ж, ну, проценты не выплачиваю. Я могу за хранение взять, вот, а проценты нет. Так, Роман Рыбалко, прошу прощения, я что-то пропустил с этими центами, если можно, объясните. А в последнем розыгрыше я сделал беспроигрышную. То есть было 10 призов, грубо говоря. Ну, 5 призов и 5 спробующие, то есть возвращался кубик назад. На другой стороне еще было от 20 центов до доллара. Равномерное. 20, 40, 60, 80 долларов. Вот. Я пытаюсь продумать так, чтобы эти деньги можно было потратить на что-то. То есть, ну, их как бы нет, но они есть. Да, и можно что-то там, допустим, в конце месяца или перенести на следующий месяц. Да, не до такого же, они сгорели. Вот. Ну, вот что-то как-то, какие-то там лоты или что-то там, как-то их спустить. Я просто хочу это придумать как бы, ну, по нормальным деньгам, да, не так, что там надо 2 года собирать там, чтобы что-то сделать с этими деньгами. Ну, в общем, что-нибудь такое придумать. Так... Да, точно, забыл написать. Если у кого-то бриллианты с плохой энергетикой присылать и утилизируем. Лев, я не сомневался. Да, Лев? Конечно. Лев утилизирует бриллиант. Ага. Он в Париж съедет. Да. Льву надо Жорика моего в общении. Гудзюру. Это окинавские... Единобратство, окинавские и единобратство. Очень интересная тема. Основана на физике очень давно, до того, как заболел. Встретил меня мужик, разговор, потом рассказал про Гудзюру. Не, смотри, я вообще не в этих темах, я... Очень-очень-очень давно понял, что я не от обезьяны. Вот. Ну, тем более, там нет инопланетян, и вот эти все братства, там все такое. Вообще в это не лезу, мне это не интересно, потому что я реально знаю Писание и реально вижу Бога.
Поэтому не мое. Не знаю. И даже если что-то слышу такое, я просто мимо ушей. Так. Хотел взять меня в ученики, но мне было не до этого. Посмотри видео в YouTube и Гатюру. Интересная тема. Не, мне не интересно. Единобратство. Сорян. Да. Не-не-не. Не. Мне свое хоть бы осилить. Нет, я свое не успеваю учить, что мне надо учить. Классно. Пивко вкусненькое. Главное, безалкогольное. Да, единоборство. Ну, да я, по-моему, уже все единоборства знаю. Ну, не то, что умею, я имею в виду знаю. Я думаю, последние лет 50-60. Все единоборства, которые появляются, тоже гибриды. Ну, то есть переделки, доработки. Там чуть-чуть сперли, здесь чуть-чуть сперли. У нас очень серьезное единоборство. Это Крав Мага израильская. Там смешали все, что только можно было. Сам я, ну я уже говорю, как бы, ну я напомню. У меня КМС вольная, КМС бокс. Но прошел очень много всего, вплоть до полностью закончил ДСАФ. И Киака Кашинка, и Тэквондо. Вышел со спорта кикбоксером. Вот. Ну и помимо этого всего, всякие вещи. Вот. Поэтому, ну, немножко так соображаю. Друзья у меня неплохие занимаются в Днепре на живые бои. Но тоже такая вещь. Они там все такие прыткие, худенькие, быстрые такие, резкие. Я говорю, ну окей. Мне же, говорю, главное тебя догнать. То, что ты меня там 5-6 раз пырнешь, ты ничем не говоришь, ты все равно не выживешь. Вот. Поэтому нож... Иногда лучше быстро бегать, чем махать ножом. Так. Завтра меня пригласили на КОП с археологами. Класс! Буду раскапывать после боя. Может, что-то найду, то покажу. Супер! Очень мне нравится, вот это, когда копают, что-то находят. Вот эта вот искренняя радость. Вот. Да я сам, мне друзья подарили в Украине этот металлоискатель. Мы там на острове сидели, и так, чтобы скучно не было, мне подарили эту фигню. Я ходил, слушайте, я так радовался, когда я крышки находил. Короче, 3 недели мы там искали. Ну, мы там что-то нашли, там по над берегом ложку нашли какую-то прикольную. Там еще что-то такое. А, звездочку советского времени, по-моему, с погон. Вот. Ну, в основном вот эти вот крышки советские отводки, вот эти, которые с хлыстиком, что водку открывали, так, знаете, за хлыстик тнули, так оно открывалось. Вот. А, нашли такой сигнал, там под деревом, короче, сбоку от пляжа, такое там, ну, просто клад. Мы ж давай копать, короче, копали, слушай, так глубоко закопано. Бах! Ящик.
сели, отдохнули, так, я говорю, так, спокойно, копаем, копаем, короче, он сыпется, железный какой-то ящик, но он же сгнил, короче, вот, потом там какой-то картон, вот, мы раскрываем, слушайте, вот на столе сыграло, батарейки, 373-й элемент, полузгнивший, знаете, в картоне, советские, 373, вот, целая коробка, то есть это их, наверное, закопали там, я знаю, но это уже давно, это уже лет 30 назад, а на этом острове, это не, остров, куда в советские времена причаливали корабли, ну, в черте города, и там была дискотека, шашлычная, мороженое, там пристани были, там еще вся эта инфраструктура осталась, там асфальтные дорожки, провода. Перекоп он тоже весь. Я думал, я там первый буду копать. Ага, голяк. Там мы когда пошли с металлоискателем, там все уже перекопано, все в этих ямках. Ну, в общем, ничего мы не нашли. Но за батарейки я порадовался. Так что копать классно, прикольно. Копать я не люблю, пацаны копали. Вот. А я с этой штукой. Эта штука, кстати, тоже на руке, ее носить, она тяжелая. Она неудобна, она как-то так, ты ее держишь, она руку тянет, то есть я одной рукой там прошел, там, я знаю, метров 15-20, потом другой рукой пошел, вот, она как-то неудобна. Ну, она там дешевенькая какая-то, ну, прикольно. Так. На коп я читал. Че, поле боя? Какие битвы еще изучают археологи? Так, рыбалка, кортик, раскопай. Лучше два, а еще лучше три. Лев, куда ты уже... Хватит тебе уже кортиков. У тебя вся хата уже в кортиках, саблях. Тебе уже в квартиру страшно заходить. В прошлом году... 6 солдатов выкопали. Хочешь фото скину? Офигеть. Вот только мне не надо кидать солдатов фото. Это хорошо, что их находят. Замечательно. Знаю по своей семье. У меня у жены дедушка пропал. Великую Отечественную. Первые годы. Мы знаем где, что. Пытались. У нас есть музей Яд Вашем. Они занимаются этими поисками. Все. Пропал без вести. Это была битва, очень известное место, вот где, там вначале, короче, нам наваляли, погнали нас, а потом на этом же месте, через 2 года, по-моему, было вот это танковое сражение известное самое. Вот это местность. Вот Танин дедушка там погиб. Исаак. Поэтому солдатов, да, если находят, это хорошо. Так, рыбалка, завидую, ждем видео. Очень жду, хотя бы какие-то фотографии. Так. Сейчас переехал к маме. Без козырка. Левка, это группа. Скопами занимается, вот они меня пригласили. Это хорошая группа. Я бы вот сидел вот так вот, вы бы искали, а я бы вам кофе варил хороший. И от меня, видишь, что копатель с меня никакой. Я ленивый, я копать не буду. Вот. Я могу походить там с видеокамерой, я могу пофотографировать хорошо, у меня хороший фотоаппарат. Вот. Кофе сварить могу хороший. Но копать не. Интересно, зайдите ко мне на YouTube, посмотрите мои находки. Я недавно выложил видео, все находки мои. Тима, а ты мне слышишь? Вот я сейчас все равно забуду, как тебя зовут, да, Тима? Забуду, честно. А возьми мне как-то, напомни, или вот в этой программе с крылышками, или на YouTube где-то мне черкани, зайди на мой канал. Я с удовольствием зайду, посмотрю, реально. Я вообще как бы, ну, за то, чтобы вот так вот
мы там между собой делились и смотрели, чего там у кого и как. Я зайду, с удовольствием посмотрю. Рыбака. Это закажем. Так, лепка. У меня есть погоны формата 40-х старшины. У меня знакомые лет 7 назад разбивали дом. И под полами нашли огромный ящик. Думали, клад. Открыли, а там доверху купоны и талоны. Офигеть. Рони, как металлоискатель называется? Слушай, без понятия, я могу сказать, что он стоил там что-то в районе 130-140 долларов, по-моему, сказал. Недорогой, он какой-то из простых. Потому что я смотрю, там все ходят, там такие вещи. Да. А там вот этот низ, вот эта вот штучка прикручивается, вот эти трубочки собираются. Коробочка, которая открывается, там аккумулятор зарядной вставляется. Пластиковая обычная коробочка, и поднимаешь, крышка сваливается. То есть не какой-то там это самое. Ну и вот этот электронный блок. Там с ним игрались, пока там что-то настроили. Ну, хорошо так бибикает, нормально на крышечке. Ну, ничего как бы серьезного не нашли, но крышечек очень много нашли. Очень было интересно мне. И гвоздики, и крышечки. Чего нет? Если что, можешь у Андрюхи мои координаты взять. Я с ним тоже выезжаю копать. Ты что думаешь, я с Андреем прямо в таких кентах, мы там на координатах? Нет. Он тоже все время там занятой, все. Я в декабре прилетел, я к нему пытался дозвониться, декабрь-январь. Голяк, я не дозвонился. Поэтому я его просто так не дергаю. Так. Ну что, люди, полтора часа мы посидели. Понял. Ты мне просто где-то черкани, зайди на мой канал. Где-нибудь на моем видео. Любое видео возьми, да, и где-нибудь там мне черкани. Я увижу и зайду. Пиво кончилось. Рыба кончилась. Наполеон я при вас есть не буду. Это лев меня прибьет. Так, ну что, люди, 10:30, середина недели. Надо бранич. Я на часик хотел так. Свиделись, все живы, здоровы. Все у всех в порядке. Слава Богу. Дата на работу. Надеюсь, всем. Роман, всем спасибо, ребятки. Всем спасибо за вечер. Что-то поговорил я. Да. Шалом. Да, хорошего понемножку. Спасибо за вечер. Лев, тебе спасибо. Юморист. Так. У меня один крендель нашел 2 кувшина серебра польского 700 и 700 друг от друга в 10 метрах. Круть вообще. Вообще круть. Вот я такие вещи даже, вот эти вот находки, да, даже 2 кувшина. Вот нету даже в голове, чтобы сработало там, там сколько денег можно сделать. Нету. Вот я бы, наверное, не продал, честно. Вот оно бы дома было. Вот как делают мне люди какие-то подарки, да? Это никогда не будет продаваться. Абсолютно никогда. Это всегда в доме. Я люблю, когда я вижу вещь. О, это мне вот этот дал. О, вот это мне вот этот вот дал. Вот. И мне классно.
Также вот и находки. То есть я смотрю, люди там делают находки. Я не говорю за то, что там, когда там ходят по песчаным пляжам, там золото находят, все это. Да, это понятно, там, это такое. Но вот так вот я себе там полгода где-то лазил, копал, копал. Не я копал, я бы лазил, а кто-то бы мне копал. Вот, и вдруг нашел бы какие-нибудь там 2 копейки галимые, да? Супер. Радости не было бы предела. Я люблю так что-нибудь найти. Очень прикольно. Но что-то... Жизнь не дает что-то находить. Жизнь дает пахать и пахать. Я тоже нашел. Есть видео. Ну, блин. Вы не поверите, в Израиле можно находить и находить. У меня есть ребята, которые находят, но сидеть не хочется. Всем спасибо, доброй ночи. Роман Рыбалка, доброй ночи. В семьях порядок. Мойте ручки, на улице не пушите. Завтра хорошего дня. Всем продвижения там. Все, чтобы было красиво у вас, люди. Вот. Ну все, завтра вечером мне ставят скоростной интернет. Я надеюсь уже, я думаю, что я, может, я еще успею там в пятничку выскочить на часик, проверить, как там интернет, что к чему. Ну так, немножко, потому что в шаббат в синагогу, и очень тяжко, если я вдруг засиживаюсь. Следующий стрим в субботу. Смотри, в субботу, да. Может быть, я там еще вот как сейчас вот выскочил, да? Завтра, я не знаю, завтра сын возвращается, интернет завтра ставит. Может, мы завтра это проверим, а может, он завтра уедет куда-то. То есть оно... Я знаю, что он в пятницу уезжает, но он же может завтра уехать. Ну, в общем, может быть, я вот так вот еще буду выскакивать, но суббота, как всегда, то есть с 7 до 8 я буду стараться выходить. Ну, если жив, здоров, как бы, и все нормально. Да, мойте руки перед... Лев. Лев, иди уже спать, дорогой. Скушай котлету себе на ночь и иди спать. Лев. Да, это он вот так вот пишет. Он когда приехал, слушайте, интеллигентный человек, культурный, вежливый, скромный, все супер вообще. А тут на расстоянии Остапа понесло, жена подсказывает. Так что, добро, ребятки, все попрощались. Все, я отключаюсь. Всем спокойной ночи, люди. Шалом. С Богом.